Юлия Романченко, жительница Моспина. Пришла сюда с годовалым сыном Максимом. Говорит, без детской площадки гулять с ребенком было негде. Мы выросли без площадки. Нам родители сделали две качели. Вот мы так и выросли. И слава богу, для наших детей хоть что-то выделили. И детям есть где пообщаться, погулять. Качели, горки и песочницы. Так выглядит новая детская площадка в Моспино. Построили ее по инициативе местных жителей. Идею поддержали местные чиновники и спонсоры. В общем, всего средств было потрачено, средств ДТЭКа было потрачено 46 тысяч на 4 детских площадки. И средств городского бюджета 52 тысячи гривен. Когда этой детской площадки не было, мы ходили аж на третью улицу. Там были качели. Но там было мало качелей. А здесь очень красиво, хорошо и удобно сюда ходить. До конца года в Моспино появится еще 3 подобных детских площадки. Городской голова вручил жителям сертификат на установку дополнительных игровых комплексов. Ольга Сапронова, Виталий Драчук, Антон Шульга, Панорама.